Сергей Крапшила, город Борисов, Беларусь. В красного ринга добро пожаловать Дмитрий Чудинов, город Серпухов, Россия. Синим углом ринга боец, чей возраст 25 лет, рост 1 метр 83 сантиметра, вес 73 килограмма 200 граммов, профессиональный рекорд, 9 боев, 3 победы, 6 поражений, ничьих не имеет. Боец из города Борисов, Республика Беларусь, встречаем Сергей Крапшила! Боец, чей возраст 29 лет, рост 1 метр 78 сантиметров, вес 76 килограммов 250 граммов. Профессиональный рекорд, 18 боев, 15 побед, 1 поражение, 2 ничьи. Обладатель чемпионского пояса WBA, встречаем Дмитрий Чудинов, город Серпухов. Формула боя. 8 раундов по 3 минуты. Первый раунд. Thank you.
синем углу ринга Максим Чурбанов, город Борисов, Республика Беларусь. Он на профессиональном... Прошу прощения, Сергей Крапшила. Синий угол ринга, Сергей Крапшила, Республика Беларусь, город Борисов. 9 боев на профессиональном ринге. 3 победы, 6 поражений. 25 лет боксеру, рост 1 метр 83 сантиметра, вес 73 килограмма 200 граммов. В красном углу ринга Дмитрий Чудинов, город Серпухов, Россия. 29 лет боксеру, рост 1 метр 78 сантиметров, вес 76 килограммов, 250 граммов. Обладатель чемпионского пояса WBA, Дмитрий Чудинов. Клуб «Вольта», Дмитрий Чирикин, представляет вашему вниманию профессиональный бокс в клубе «Вольта». Дмитрий Чирикин, клуб «Вольта». Третий раунд. Да.
Ой! Хорошо, да, 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 да,
товарищ оператор, можно подвинуть справа? Боксеры в центр ринга. Уважаемые друзья, дамы и господа. В четвертом раунде, вторая минута. Рефери остановил поединок техническим нокаутом. Победу в восьмираундовом поединке одержал Дмитрий Чудина. Город Серпухов. Дорогие гости турнира, надеюсь, вы получили удовольствие от того, что пришли сюда, не потеряли время даром, получили удовольствие. Также хочу особенно выделить вот участников своей команды. Это Алипиду Риф, который меня подготовил, Умар Назарович Кремлев, Владимир Хренов. У нас очень большой коллектив, и всем спасибо за это, потому что наши победы – это результат нашей общей работы. Спасибо. Поздравляем! Дмитрий Чудинов, город Серпухов, Россия!